Нагорно-Карабахская республика, город Мартакерт. Именно здесь сегодня сборная Западной Армении играет с Южной Осетией. Держим кулачки за нашу команду. Надеемся только на победу. Хочу отметить, что игра окончилась со счетом 2-1 в пользу сборной Южной Осетии. Будем надеяться на лучшее и болеть за наших парней. Главный тренер сборной Южной Осетии Сослан Кучеев, здравствуйте. Можно пару вопросов? Как чувствует себя команда в Арцахе? Пару слов об этом. Команда замечательно себя чувствует в Арцахе. Тут климат такой же, как и у нас в Южной Осетии. Так что для нас это знакомо. Но ребята сейчас после тяжелой игры будут отдыхать, так как у нас завтра очень серьезная игра с итальянцами, со сборной по Дании. Спасибо. А скажите, пожалуйста, вы были ли знакомы с игрой Западной Армении? Если да, то откуда и какие были ожидания? Если честно, с игрой сборной Западной Армении знаком не был. Даже не смотрели никаких видеороликов, ни игр, ни тренировок. Ну, мне не надо это знать, потому что я настраиваю своих игроков, свою команду на свою игру. Я не хочу под чью-либо игру подстраиваться, и чтобы моя команда подстраивалась. Пускай соперники подстраиваются. Спасибо. Еще один вопрос. Выполнили ли все требования и задумки команды ваша? Да, команда абсолютно на 100% на сегодняшнюю игру выполнила установку. Я поздравляю и команду свою, и всю Осетию, и Северную, и Южную с победой, так как давно не побеждали, это для нас долгожданная победа. Я надеюсь, что мы продолжим в том же духе. Спасибо вам большое, поздравляю. Отличная игра. Спасибо вам большое.